Добрая королева правит страной холода, где детям делают мороженое. Но внезапно власть захватывает злодей Сосулька, и тогда юные Варя и Артем, а также дедушка мальчика, вступают в бой за справедливость. На самом деле, в фильме фэнтези есть аллюзия к нашей действительности. Борьба тайных сил добра и зла глубоко запрятана в приключенческий сюжет. Традиция кино нашего российского, оно такое для детей, оно такое более раздумчивое, более как бы действующее на голову, а не на какие-то двигательные рефлексы. Но надо учитывать это поколение. Поэтому мы постарались сочетать, равно как и бегалки, стрелялки и приключения, равно как и пищу для души. Фильм создавался для зрителей совсем юного возраста, от 3 лет, а увлек широкую аудиторию. Поступки вымышленных фантастических персонажей дети интуитивно проецируют на свои отношения с родителями, братьями и сестрами. Этот фильм показывал о том, какие взрослые иногда бывают глупые и думают, то, что это прям умная идея, а на самом деле она оказывается не самой лучшей. И, в общем-то, этот фильм учит детей становиться лучше, добрее и учит самым обычным правилам, о которых мы просто забываем. В фильме было очень много эпичных, красивых сцен. Этот фильм научил меня быть добрее ко всем, быть любезнее к родителям, не бросать их. И вообще, фильм был очень крутой. Мне понравился этот фильм, потому что в нем показывается, как добро побеждает зло. Ближайший референс – сказка «Королевство кривых зеркал» Александра Роу с ее принципиальным условным миром и эстетика «Города мастеров», говорит режиссер. Творческая задача стояла сложная – создать свою вселенную, волшебную страну, в которую попадают время от времени герои. Кстати, не актеры, а самые обыкновенные – девчонки и мальчишки. Они очень непосредственные, вот эти дети, которых мы выбрали. То есть они не играют, они живут. А мы так и делали на площадке. Мы их выталкивали, говорят, ну, побеситесь, побегайте, еще там заодно какие-то там тексты скажите. И от этого они расслаблялись и как бы становились самими собой. Они играют сами себя практически, они не играют неких там вымышленных, выдуманных мной героев. На конкурсных показах фестиваля зрители могут увидеть и 2 документальных фильма Сергея Русакова «Прощай, столица», идею которого придумал сын режиссера, и картину «Корни». Наталья Шульга, Сергей Котляренко, новости Севастополя.